Кунжут. Однолетнее масличное растение южного пояса семейства сезамовых или кунжутных. Латинское название кунжута – сезам, означает масляное растение. Стебель кунжута высотой от 65 до 140 см. Разветвленная корневая система проникает вглубь до 1 метра. Листья черешковые, различной формы на одном растении. Цветки крупные, располагаются в пазухах листа. Окраска от белой до фиолетовой. Плод кунжута – коробочка с многочисленными семенами. Семена мелкие, весом от 2,5 до 4 граммов. Содержание масла в сухих семенах от 53 до 63%. Семена содержат также до 20% белка и до 16% углеводов. Кунжут, как сельскохозяйственное растение, разводят с древности. Еще историк Геродот в своих сочинениях упоминает о сезаме. Кунжут возделывается в Северной Африке, Афганистане, Индии, Китае, Японии, в средиземноморских и некоторых других странах. В Китае кунжут относят к растениям, продлевающим жизнь. По содержанию кальция кунжут превосходит многие продукты, в том числе и некоторые сорта сыра. Помимо получения кунжутного масла, семена используют в восточной кухне как добавку к различным блюдам и в сладостях.